Double Meat и Dragonite Soul Heart. Просто... А вот и стримеры подъехали. Спасибо за стримы. Поблагодарите меня, приз за стримы. Давно играешь в Dota 2? Не можешь выбраться со своего рейтинга? Тогда ты по адресу fastboost.online. 100% гарантия качества, низкие цены, профессиональные игроки. fastboost.online. Значит, надо пригорать. Рой запустился. Как всегда, с Dota выбивает. ДД. А, отлично, Double Meat. Seems good. Dragonite Soul Heart. Всем привет. Ожидается хороший стрим. Double Meat и Dragonite Soul Heart. Просто... А вот и стримеры подъехали. Спасибо за стримы. Поблагодарите меня, приз за стримы. Спасибо тебе, папич, за твои стримы. О, ура! Инвокер мне мид уступил. Купил сапог. Seems good! Submit. Давайте пока магазин починим. Ах, как же сложно. It's in the bag. Ну, early game вроде более-менее правильно, только вот здесь... Я бы сказал, early game это арканы до сих пор. А mid game. Yes. Бля, так. Окей. Так. Аганим. Late game Shiva. Blood Mail. Kicks. Seems good. Walker куда? В жопу. Мид мой. Кайф, ДК Soul Heart с топориком и щитком. Просто какой шанс на успех игры? Долбоёб ебаный, блять. Бездарная, сука. Почему инвокер не идет помочь дракону? За что, блядь? Ебаное сынище. Too bad, so sad. Добрый початок. Ага, добрый. Не могу добить ни одного крипа. ДК Soul Heart. Добрый початок, хули. Заебал стрелы кидать, долбоёб. Пошел брошана убиваться. За кого ты меня держишь, уёбище? Я по пизе, для меня все изи. Вы видели? Чип отматывали, да? Он думал, что он умнее меня или что? О! ДК Soul Heart, здорово. Плюс фраг для Старка. Thought you have that, didn't you? Хуй поебал. Forward.
О, братишка! Курица даун. Леон, ты чё? Профитанычи! Ладно, Леон. Так, надо на базу сходить. Добил, проверяй, блядь. Да, добил, проверяй. Куинми. Ебаный мусор умирает 24 на 7. ДК соло хард, блядь. Просто я просто, блядь, не выиграю игру, потому что уебище ДК соло хард! ДК соло хард, думайтесь, думайтесь хоть на секундочку. ДК соло хард. Мирана убежала. Не хочет со мной жить. Ну ты оброс, сука. Этот СФ это просто, блядь, нечто. Бездарное нечто. Почему я стою на меди против трех героев? Есть информация, ребят. Челики. Добрый пацанчик. Он добрый, у меня ДК соло хард продолжает фидить. Просто ДК соло хард стоит против Сларка, это вообще там, блядь. Почему этот долбоёб меня стреляет постоянно? Мирана убежала, а кристалка у меня. Не-не-не-не-не-не-не-не. Зачем ты экспу пиздишь, мразь? У меня два фрага и у меня нету левела. Охуенно, блядь. Чем ты стоишь там? Да ты заебал стрелять, уебище бесполезное, бездарное. Не! Уровня. Почему у меня на миде долбоебы стоят? Экспульсили. Что вы творите там, демоны? Успокойтесь. Мы слишком крутые. Да, кто еще кроме 13-летнего может взять ДК соло хард? Если бы вы пришли, помогли бы этого Сларка. Мы уже идем, кстати. Ооо, слушайте, какая моментальная реакция. А как это вообще могло произойти, как я мог промазать там? Да, найс стил, уебище бездарное. Хекс нажми, найс хекс. Пизда даун. Ладно, похуй. Хекс! А, ну ладно. У него 2-0-2. Стой, там гуздам. Надо замутить 14-летнее уебище, потому что это просто пиздец. Там челику 14 лет, ДК соло хард. Руинит котелу. Где, блядь, урна? Пиздец, ёбаная игра. Я должен искать урну, я не знаю, где она. Не могу найти. Не могу купить урну, я не знаю, где она. Не могу найти, вот здесь, не вижу. Окей, вот маска. Бездарный сын шлюхи продолжает дохнуть. Так, нехорошо. Ну, блядь, я проиграю, потому что, блядь, просто Старка даунфидит, стоит. Просто ёбаный декасу. Это Патма? Не хочет дать колбу или что? Или он получил фраг? Охуенно. Мечта моей жизни, проебать ульту, чтобы получил фраг не я, а союзник. Бля, дракону 13. Как выиграть с 13-летним ДК соло хард? Просто сын шлюхи. Сори. Что у меня купилось само по себе? Ладно, похуй. Стик пригодится. Как можно умереть, как можно там нафидеть, я не знаю. Соло СФ он офидит. Чудовище.
Это мой фраг. Does this hurt? Да ты заебал, стреляй в меня, уебище! Бездарное! Что-то парни в Солянова, 702. Здорово. Не, что вышка упала на миду, пока меня там не было? Почему так? Not yet. Я уже говорю, Слав, ты джоз. Гол! Форма есть! Нажми кнопки, долбоёб! Ну, монстр килл! Килл! Найс стрела, Гондоныч! Годлайк! Он хоть раз попадёт меня стрелой, интересно, за игру? Аутисточ! Ич! Погоди-ка, ич! Это бизнес, детка. 903. Легко. Это два, у меня форма. Идем, идем, идем. Йод, видите? Форма у него есть. ПТ 12 минут. Мистер Солохард. Ля-лям. И не может добить Леон. Ладно, окей, он еще на него. Помогите! Не надо. Челик, я ФК стоят, пока Леона убивают. А ну да, он еще у кого умрет. Бить пацана, на ХГ идем! Ребята, на мужиков, на ХГ! Бля, прикиньте, это вообще пиздец, куда я попал? На мужиков в бане смотреть. Просто челик, 13 Бит. Лет, ДК Солохард, это ну... Ну блин. БТЕ, кикап, пойдем играть дальше. Танкуют ребята, проверяйте. А у них акс есть? Ой. Найс инфа. У них акс есть. Закупился, играй. Откуда я должен знать об этом, что у них акс есть? Первый раз слышу, блядь. У него 12-й, у меня 11-й, 10-0. Посмотрите на это! 11 уровень, 10.04, 1-2 даун, 12 уровень, блядь! Дота 10! I don't understand. I love it when you resist! Holy shit! Возможно вообще? Ломать лицо! Ух ты! Неплохая ульта. Holy shit! Holy shit! Вот это он стреляет, блядь. Вот линка. Линка урна 16.30. Seems good. 13.04. КДА 17. Один фраг в минуту. Долбоебыча убили. Нажми любые кнопки, не? Оу, фраги, 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 фраги. Или нет? Он будет проебаться здесь. Не могут уничтожить. Опасно. Я спалился. А, нет, им похуй, они меня не видят. Ой, им вообще похуй. Да, убил, проверяй. Holy shit! I scream bloody murder. Они вот умрут. Они умрут. Ну я иду. Сейчас будет Солянова. Нахуй! Ноль помощи, да, он АФК болит. Как вообще мог умереть? Ты приходишь к нам на завод и просишь нас донатить тебе на бухе. Но ты делаешь это без уважения, ты даже не показываешь нам жопу. То есть все умерли, бать, потом мне команда даунов. КДА 19! Все фраги в игре мои, 21 фраг, у меня 19. Участие. Okay,
Your pain, my gain. Окей, надо подфармить немножко. Потому что, ну, блядь, когда 19 толку 0, вся команда дебилы. Просто дебилы, походу. Ну, Леон не дебил, у него вроде 11, так. Надо выиграть игру, пойдем. Меня убивают, да, я знал. А, я понял. Есть что происходит? Ясненько, я понял. Понеша. О, клопа. Бля, я не могу слушать 13-летнего ребенка. Вот я. Короче, типа, ну я и знал, что на меня идут нападать, я просто не знал, что трое. Если бы я знал, что трое, то я бы у ФК убежал, но я не знал, что трое. Это была засекреченная информация. Ну мы ебаные дауны, я так понимаю, будут АФК стоять в лесу. Your pain ends. Suddenly, слишком сложно, блядь. Oh, yes. Не, это слишком сложно, блядь, так нечестно. Все, короче, я сдаюсь. Все дауны АФК, блядь. Нажми любые кнопки, смотри, он АФК стоит, блядь. Челу 13 лет, он АФК стоит, блядь. Это просто пиздец. Просто АФК стоит. Ни одной кнопки не нажал. Бля, какие же твари, бля, бля. Уже все, блокер начинает один играть. Я не могу это, бля, это просто, бля. Ну что еще? Как постримить? Спасибо за пропаганду аутизма среди малолетней аудитории в матчмейкинге. Инстапикают луну, копируют твой билд и руинят пока Дэн. Я уже даже не играю. Потом пока Дэн ой, все ФК опять. Что они в Хайден пули уже 8 игр. Самые ебанные еще и отвечают твоими фразочками. Средний возраст подобных уебков 16 лет. Надеюсь, такие будут у тебя поп. Вот у меня, блядь, дракон 13 лет. Соло хард дракон, просто... Хуй знает, как выиграть. Такой долбоёб 13-летний, просто пизда, блядь, это вообще... Просто такой долбоёб. Я вначале убивал, пока у меня было когда 19, потом 3 раза нафигил, это просто пиздец. Ну что команда урода ебаная, все дауны конченые. Все АФК всегда. Я вообще не знаю, чем они занимаются. У меня файты по 30 секунд. Меня убивают, ну, супер долго. У меня шитымы есть. Они тупо все АФК стоят. Блядь. А подожди, пока ворвется Акс, чтоб не на меня ворвался. Ну просто АФК ставят, посмотри на этих тварей ебаных. Никто ничего не додумается сделать, просто даун с армлетом ебаным 23 минуты ДК соло хард. Просто пиздец, просто, блядь, не выиграть. Животное. Ну любые кнопки прожмите, блядь, вот же враги. Любые кнопки, суки тупые. А, ГГ. Просто АФК стоит. Ну ебаные мрази, ну просто, блядь, животное АФК стоит. Ну что еще? Для тебя не жалко, друг. Дякую. Почему меня убивают, блядь?